Девчонки и мальчишки, всем привет! Сегодня хочу сделать видеообзор, так сказать, на бижутерию с магазином, с интернет-магазина Bein Style. Присылают они все вот в таких вот мешочках. Мешочков было ровно по количеству изделий, сколько я заказала. Поэтому здесь у меня не все уже мешочки, поэтому я вот вам показываю уже, когда я в эти мешочки поместила то, что я выбрала. Выбрать мне было сложно, потому что на сайте на данный момент, на тот момент, когда я заказывала, было очень много фотографий, но когда я открывала картинку, изделия не было в наличии. Конечно, очень так я расстроилась, потому что выбор был небольшой того, чего я хотела, видела глазами, но не могла заказать. Ну и, конечно же, все-таки я выбрала не очень все удачное, но тем не менее. Значит, первое, вот такое вот ожерелье я вам показываю, но с розовыми вставками, в таком этническом стиле. Я думала, что оно будет немного крупнее, но вот оно таких вот средних размеров. В принципе, смотрится очень красиво, достойно. Единственное, что мне не понравился запах, все-таки есть вот запах окисленного такого металла, поэтому я покрою его, опять же, спреем-лаком, чтобы не раздражать себя таким вот запахом. Тем более летом как-то не хотелось бы таких вот посторонних нехороших запахов. Вот. Но так, в принципе, оно смотрится неплохо. Застежка была с первого раза туговатая, но потом она разработалась. В принципе, сейчас открывается легко. Вот такое вот первое ожерелье. Так. Второе, что я там заказала, это было еще одно ожерелье, вот такого вот изумрудного красивого цвета, тоже, в принципе, смотрится неплохо. Но единственное, что мне 4 вставочки пришлось переклеить, потому что были они наклеены неровно. Мне тоже не понравилось это вот, кстати, вот здесь вот тоже мне как-то вот этот пробел тоже не нравится, тоже нужно переклеить. Но в целом смотрится оно современно. Красиво, так недешево, поэтому буду носить с удовольствием. Застежечка тоже была туговатая, но сейчас тоже, в принципе, более-менее хорошо застегивается. Вот второе такое вот ожерелье. Так, что еще мне пришло? Еще вот я заказала вот такой вот браслет. В описании его было написано, что он с кристаллами Сваровски. Браслет, кстати, мне идеально подошел на руку. Вот такой вот он. Для небольшого, в принципе, запястья, но мне он подошел. Застегивается он как часы. Как многие часы. Так вот. Да. Вот раз и защелкнула. Вот такой вот он. Здесь 4 кристаллика. На сайте написано, что, еще раз повторюсь, что это кристаллы Сваровски. Никакого как бы такого документа, прямо который бы меня бы заставил поверить, что это кристаллы Сваровски, не было, кроме бирочки, на которой было написано Crystallized by Swarovski. Но я не думаю, что это кристаллы Сваровски. Но, в принципе, неплохие камушки, может быть, корейского производства. Такая вот нежная работа. В принципе, на лето неплохая штучка, но единственное, что, конечно, 700 рублей для него это баснословно дорого. Для такого браслета, я считаю. Так, да простят меня, так сказать, те, кто представил мне эту бижутерию на обзор. Так, следующее, последнее, что я заказала на этом сайте. Это было мое полнейшее разочарование. Вообще не знаю, где были мои глаза, но там не из чего на самом деле в тот момент было выбрать. Поэтому я как-то вот решилась вот просто из-за цвета. Вот, правда. Из-за цвета вот на такое вот ожерелье, так скажем. Это вот мне лично оно напоминает прищепки на веревке. А вообще на самом деле это невидимки. Невидимки, вот самые настоящие невидимки, я уже ими пользуюсь, они вот легко снимаются,
хорошо, кстати, держит волосы. Поэтому я запасом невидимок лет, наверное, на 10 обеспечена. Я сейчас вам не сниму, потому что боюсь лак. Нет, вот, в принципе, сняла. Вот такие вот невидимки хорошо держат волосы. Ну, конечно, как ожерелье я это носить не буду. Смотрится, потому что это все жутко блестящее и вообще-то грубое, тяжелое. Я не знаю, как это летом можно на себя надеть. Очень тяжелый вес у этого изделия. Конечно, браво тем, кто так креативит, но как-то я вот не решилась бы такое на себя надеть. Было вот оно в таком красивом зелененьком мешочке. В принципе, это весь обзор, что могу сказать в целом про этот сайт. Мне понравилось обслуживание. Очень быстро все прислали. Все это как-то качественно у них. Все, упаковка, сервис, номер посылки. И вот прямо тут же она ко мне прилетела моментом. Вот это вот мне понравилось. Но пожелания, конечно, такие, что все-таки чуть-чуть хотя бы чуть-чуть сделать, ну, цены поменьше, да. Хотя на некоторые ожерелья, в принципе, адекватная достаточно цена, в магазинах это стоит даже еще и дороже, в Диве, например. Так что, в целом, я довольна. Пишите, комментируйте. Надеюсь, скоро увидимся.